Учитель английского языка про гимназии Эврика Юлия Карабен представляет Муравленко в окружном конкурсе педагогического мастерства «Педагогический дебют 2019». Он проходит в Ноябрьске. За звание лучшего молодого педагога соревнуются 18 участников. Молодым специалистам в рамках конкурса предстоит провести открытый урок, презентовать свой опыт работы и показать мастерство выступления на публике. Жюри отдельно выделит лучшего учителя, педагога-психолога, педагога дополнительного образования, начинающего руководителя образовательной организации. Имена победителей и призеров педагогического дебюта 2019 станут известны 21 сентября.